Дайте взять. Зашибись, дай, выбери. Возьми, что тебе надо, и все. Дайте взять. Зашибись. Бери, что нужно тебе, и давай уже. Хорошее начало. Дайте взять. Если что, я уже пишу. А, ну мы все пишем. Ну хорошо, что ты начала, а мы еще не закончили. Я вам сказала, что мы уже пишем. Барбара Мартинес. Барбара Мартинес. Что-то у нас Мартинес, одни латиносы. Подожди, в прошлый раз был Уайт. Нет, я имею в виду, что в прошлой серии были. Возьми все, что хочешь там. А кто взял термометр? Вчера сдухарился-то такая. Не знаю. Магнитола, смотри, вон на третьем этаже, возьми ее. Это же бокс, как его? Бум, знаете, раньше было модно, модно было на плече носить, чтобы все слушали. Ну вот бумбокс. Раньше было модно здороваться в видосах. Можно было раньше здороваться в 2012-м. Что нам сказали? Он сказал, что... На втором этаже включатель. На третьем этаже. А, на третьем? На втором же. Откуда здесь три этажа? Специально для нас третий сделали. Ой, не люблю я генератор на втором. Так, слышишь, сейчас скажут, что это ты первооткрыватель этих шуток. Тут цвет есть. Та серия так и не вышла. А, я первооткрыватель этих шуток. Та серия выйдет, а потом это выйдет. Мы же забраковали эту серию. Как? Нет, она есть, она адекватная. Там, где я шутил про этажи Ютуба, мы забраковали. Это вот она должна выйти вот скоро. По-моему, нет. Да, она бракуется. Нет, у меня брак, прям написано брак, папка. А, тогда все. Папка брак? Да. С кем? Я могу сейчас к призраку обратиться? С каналом. Разводиться хочу. Барбара Мартинес, дай нам знак. И в печали, и в радости. Алгоритмы печали. Барбара Мартинес, дай нам знак. Печальные алгоритмы. О, пятнашечка здесь, Даш. Походи еще, тут еще холоднее. Даша, нагрей своим телом здесь температуру. Тут свет не вырубался, поэтому... Даша. Имя призрака не называть, потому что... Агрица. Да. Хорошо, призрак, дай нам знак. Так у нас 2 минуты есть, фигли. У нас средний уровень, да, теоретически она не должна сразу агриться. Это вас не смущает, что как мы как додики все втроем в одно место с термометром зашли, проверили, у кого погрешность я больше? Я тоже думаю, зачем мы так ходим? Один зашел, второй зашел, третий зашел. Вышел, первый, второй, третий. Да, на втором. Стадный рефлекс. Ну это да, это ж комьюнити. А, подожди, ты звонила, нет? Кто комьюнити? Ты про кого имеешь? Ну, про нас, мы же комьюнити. Нас уже кого-то съело, да? Нет, мы не комьюнити. Нет, я имею в виду, что мы ходим как комьюнити друг за другом. 10, 8, 7, 6, 5. Раздевалка. Чья? Было 8 градусов, только что. Здесь нужны грязные трусы. Призрак, это просто кто-то переодевался и умер? Ну, футболист бывший. Подожди, сейчас 11. Это баскетбол. А, это женщина. А я что сказал, футболист? Винд Кнайт. Винд Кнайт. Кнайт. Именно что Кнайт. Кнайт. И Кнайф. Как там твои Кнайфы, нормально? Мои Кнайфы нормально. Что это за дичь какая-то? 9, 7, 17 было. Это цифры, Даш, не бойся. О, все, свет вырубило. Римские, Даша? Это вы вырубили. Арабские. Это арабские, римские. Арабские, римские с палочками. На самом деле арабские цифры не так выглядят. Я видел. Да, они по-другому, да. Там бязь какая-то. Вот здесь. На первом этаже раздевалка за спортзал. А, вот все здесь. Смотри, тут написано спирит, а тут боди. Боди спирит. Может, рядом, телесный может, не дух. Здесь? Всегда тащит. Да. Душевное тело или что, спирит боди? Душевное тело. Спирит, душа прерии, я помню. А, мультик, да, про коняшку. Вот спирит боди. Вот лучше мультики посмотрели все. Так мы и смотрим. Были добрыми и позитивными. Нет, добрыми и позитивными. Как мы? Да, вот мы добрые и позитивные. Мы смотрим мультики. Да. Что-то мне кажется, 6 градусов, кстати. Ну, потому что это здесь. Ну, что по кругу-то ходим среди шкафов-то этих? Жень, короче, мы просто PRP отыгрываем, поэтому нормально. Откат. А надо, да, ролл-плей такой конкретный. Вот так вот, Жень, встал, прошелся, посмотрел. Я посмотрел на трусы грязные еще или что? А распятие зачем? А распятие, наверное, надо. Прошелся, посмотрел. Ну, раздевалка здесь грязная, вонище. 4 градуса, да, это здесь. Ну, я пошел тогда за другой вещью. Жень, а ты скажешь, за какой? Ну, за солью. За солью. Я тогда возьму дневник, и я возьму камеру. Не, хорошо, что мы свет повключали там, где мы ходим. Вот я тут это включила очень, в спортзале. Это очень хорошо, согласен. Потому что опять по лабиринтам пойдем. Таких умных вещей мы раньше не делали в этой игре, согласен. Но я все равно, походу, потерялся. А, нет. Да через спортзал и прямо вот идешь. Я даже свет включила, чтобы видно было. Ну, главное, одинокая пальма стоит, на нас смотрит такая. Эй, пс, налей мне. Кстати, соль. Нет, у нас воды нет. Соль, вода.
Я не знаю, что это за поток слов, поэтому даже не спрашивайте. Подожди, это сейчас была попытка юморить, типа, да? Ну, это типа шутка была, видимо. Я с вами разговариваю. Ты в одинокой заброшенной школе решила попетросянить. Спасибо. Здесь никто не услышит. Тут зал, можем стендап тебе сделать, сейчас, блядь, расклеим. Сольный концерт. Спасибо. Открытый микрофон. Притом, все шутки, это то, что мы говорили. Соль-вода уже была. Была соль-вода уже сколько? 10 серий назад или 15, сколько там? Ну, Женя может спеть для разогрева на бис. Даша, Женя поет там, заходите, гости дорогие. И Даша такая, соль-вода, соль-вода. Наши лучшие друзья. И зал потухает сразу. А вы уже камеру поставили? Мы еще даже до фургона не дошли, но мы уже поставили. Мы в мыслях опережаем свое мышление. Так, сфотографировать и распяжку я поставил. Давай. Я фиолетовый взяла. Давай. Что дальше? О, давай, это еще, камера, он играется с камерами опять. Перещелкивает. Ладно, хоть с камерами только играется. Лишь бы не со своими делами, да? То мало ли с чем он там играет. Идем. А подождите, как-то он может играться, а активность на нуле? Ну ты же говоришь, он играется. Что за биполярка опять пошла? Понимаешь? Это биполярочный какой-то призрак, блядь. Нет, то он играется, то он не играет, то камеры поставили. Полярник, биполярник, нет такого тут. Полярник, это как экспедиция? Это как экспедиция, Жень. Экспедиция. Это как дискотека. Экс-гибиционист. Экс. Бывший гибиционист стал эксом. Ну, нормально. Гибиционист. А зачем идти по кругу, если вот здесь через зал прямо вон... Ты хочешь посмотреть, где будет стендап проходить тебя? Да, давай, вот здесь, давай. Пожалуйста. Проверь, слышишь там акустику, Даша? Споем. Акустику проверяй. Ну, в баскетбольном зале, кроме потников, тут ничего нет особо. Даже трусы грязные с носками, ну. О, сейчас дойдем до шуток. Буду шуток про боссанного я не буду. Про боссанные трусы. Это было пару серий назад. Тебя как-то я чувствую. Я вот, понимаешь, заглядываю в чертоги твоего сознания, так, чувствую, и... что тебя задевает слово вот это вот все. Какое? Происходящее. Не слово конкретное, стендап, а ситуация. Или что? Носки, обоссанные трусы уже дважды прозвучали. Ну. Если человек их упоминает дважды, значит, они для него важны. Трусы обоссаны? Не смертись. Что? Тоже мне. Я свет выключу, не говори. Это всего лишь психология. А вы бросили хотя бы дневник? Мы бросили, да. Как звать ее? Барбара, да? Стрейзен, да. Это шутка была тоже серии 5 назад уже про Барбару Стрейзен. Ты здесь? Уже было. Ничего не меняется. Жень, перестань. Что? Может быть, кстати, заснечивый надо, чтобы я один поговорил. Давай поздравляем. Конечно, поговори. Мы потом поснимаем роль. Мы в следующей катке будем снимать. Это тоже уже было, лишь три катки. Он лопатку писал, призрак. Да, мы потом попишем. Ничего страшного, пойди поговори. Это же так важно сейчас. А вы же не знаете вообще, он отвечает. Найди, я иду смотреть. Сколько тебе лет? Дай нам знак. Дай нам знак. А тут Луиджи никто не бросал? Луиджи нет. How old are you? Ничего не сработало. Ни распятие, ни фотки. Может, найдем какую-нибудь Уиджи или что, куклу Вуду? Какую-нибудь. О. Женя так и хотел сказать, какую-то херню. Ну, я так и хотел сказать. Но потом теперь чисто. Найдем, может, полезную что-нибудь. Пока он там how old are you, кает, мы тут поищем что-нибудь. Будет очень смешно, если призрак не здесь. Ну, вот это так и есть. Ну, Жень, ну плюс 4 ж было. Там же трусы обосраны. Это же. Я боюсь спросить, а как во время тренировки, как вообще это вы представили себя, обоссанный Жень? Обоссанный ей, я говорил. Ты точно баскетболом не занимался в детстве, нет? Нет. Дневник, я надеюсь, там кто-то бросил? Да. Дневник вы бросили в той комнате? Ну, некоторые спортсмены ссат в трусы, потому что лень, то есть тренировка идет. В дневнике написал. В дневнике написал. Спортсмены, сука. Какие спортсмены ссут в трусы, потому что им лень переодеться или что? Или так приятнее сцепление между ногами? Нет. Рвутся ляшечки друг об друга, да? Потому что, чтобы не прикрывать механизм, блядь. Вы про дневник вообще услышали? Какой дневник? Он сказал, что в дневнике написал. Это чтобы тренировку не прекращать, понимаешь? Так проще в памперсе, может, нет? Не, ну что за ты же будь жирножопой и бегать, что за говно? Извини, пожалуйста, а жирная жопа это ненормально, а боссаны трусы во время тренировки? Не, ну так бывает, да? Серьезно, спортсмены так делают. А чем выше рост, тем дольше течь будет, да, ты еще скажи? Да нет, при чем тут течь? Кардеч? Are you here? Вот именно что here. Как не зайдушь сюда? Сосайн, да. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам три знака. Почему? Стой, а почему вы решили, что именно он должен говорить с призраком? Так он сказал, дайте мне поговорить, фигры, сам да. Нашел, рацию и взял. Ну и что еще дальше? Барбара Мартинес. Он к нам в игру пришел или мы к нему пришли? Вообще он пришел, по сути, ну, да. Надо отстаивать свои права. Что за говно? А, Леша решил побыковать. Барбара. Я просто за справедливость.
А, ну, ауры нет, вот. Ни хрена. Не вижу, по крайней мере. Вот, дневнички она написала, кстати. А-а. Да мы ж только что-то тебе сказали. Да? Я не слышал. Но мы же ржали. Да, мы же ржали, мы же смеяли. Женя сказал, что спортсмены срут в штаны. Да не срут, а сосут. Не путай, пожалуйста. Ты извини, пожалуйста. Одно от второго недалеко упало. Ну, знаешь ли, это с этим бегать-то уже тяжеловато будет. Обоссался-то и ладно, как бы. Не страшно. А вот Сирануш уже другое дело. Сирануш? Это какие? Сирано де Бержерак. Сирануш. Сирануш, это хорошо. Очень. Сейчас какой-нибудь Сирануш придет в чат. Ну, мог, да, загриться, да. Так, смотрите, короче, ауры нет, отрицательной температуры нет. Ну, наверное, будет ультрафиолет. Поехали домой. Поехали, посмотрим спорт по телеку. Это будет радио или этот самый ультрафиолет. Знаешь, что самое смешное, Жень? Мы вот рофлим с тобой, угораем, а Даши рядом нет. Даже не знаю, где. А где Даша, интересно? Я вообще пыталась выследить либо минусовку, либо призрачный. А Даша в фургоне, я так подозреваю. Уже к вам иду с тарелкой. А потом она будет обижаться, что мы говорим, что она в фургоне, да? Да. Ну, а хорошо, идите посмотрите призрачный огонек. Не, я шучу, шучу. Идите посмотрите, или сами убирайте. Я знаю, что там две камеры. Нету призрачного огонька, минусовки тоже нет. О, дверь закрывается прямо перед вами. Сам закрыл? Я не трогал дверь, серьезно. Может, он закрыл? Вот это дверь, я стоял, и она только что прихлопнула. По чуть-чуть начала, да? Да. Фига себе. Значит, она подала вам... Даша, скажи мне, а распятие сработало? Нет. О, как ты появилась внезапно, что, призрак, что ли? Ноль, ага, 0-2. Кастрюльку взяла, крышу. А что это было сейчас? Это было... Вот, я же сказал вам! Она играет. Поет. Я сфоткал ее. Она там поет? Вот, да, девочка! А, вон она. Твою налево, маленькая девочка. Да. Сход. Уу! Вон она, овца тупая. Ну, это не атака. Она пришла понять, что за Женя, что за дичь порол здесь такую. Вот теперь абзац всем. Бегом сюда, в шкласс рядом, быстро. В шкласс закрывай. Шайсы. И закрывай тут, и Т ножи нажимай. Т-ножи, шайсы, шкласс. Это что за немецкий дашка? Кого-то вольнули, нашего братана этого, видимо. Походу, да. Ну, он просто место нам не уступил, поэтому... Карма мгновенная, да? Слушайте, а как это такая резкая атака, и она его сразу убила? Мы же не на профессионале. Злые вы. Ну, а чё, это правда же? А что такое? Вот его убила... Ой, ребят, его здесь убила. Фоткайте тело. Я его сфоткаю. Он не дошел до твоего стендапа, походу. Минус один зритель. А надо пойти ультрафиолетом. Я сфоткал тебе твоего преданного. Ультрафиолетом надо пойти. Твоего преданного, суженого, ряженого. А ультрафиолет вон валяется, палочка. Возьми, да, свети, что? Так я хочу свет включить. Она как раз там была возле вонючих ящиков. Я думал, ты ищешь причину в фургон пойти просто. Ой, там нужен ультрафиолет. Сами будете играть. Я ищу причины, чтобы пойти в фургон. Хорошо прозвучало. Отпечаток. Gang Brothers. Вот сами с ней тусите, а я пошла. Ой. Отпечаток есть. О, что хорошо. Осталось? Фиксируем. Абзац сейчас придет мне, походу. Т, нажми. Надо ультрафиолет выставить. О, она сюда пришла, слышишь? Да. Ну да. Мне, походу, хана. Походу, меня сейчас вольнет, как обычно, да? Не, меня походу. А ты свет вырубил? А это, говорит, не помогает. Кто-то говорил, что это вообще никак не помогает. Типа, зачем выключать, и так темно. Но я не уверен. А у нас закрыто ж. Со стороны кажется, как будто ты же не моргаешь. Подожди, а ты со мной в кабинете? Или мы все втроем? Я в другом месте. Мы с тобой в кабинете. А, так мы с тобой в кабинете. А, все, она атаковалась уже. Да. Значит, отпечатки. Ревенант или дух? Ревенант, что у него? Ну, как обычно, самый ревенант, что новенький. МП? Ты МП точно? Либо радиоприемник. Не было МП. Ни то, ни то мы не проверяли еще. А МП кто брал вообще? Там есть, я же бросаю всегда МП. Смотрите, но оно не из... А что такое? Я не могу... А, все, включается. Со светом оно не взаимодействовало. Не. Ревенант МПМ, у нас... МПМ. Давай я возьму. Но опять же, ну, надо походи, смотреть, походи иди, там, понимаешь? Да, походи вот прям. О! В смысле, это опять я. Опять двери хлопает. Да, это я просто через зал пришел, через стендап-холл. Так, смотрите.
Значит, у духа что должно быть? Надо позвать ее, Барбара, да? А давай я сраться еще раз попробую. Попробуй. Он что-то там... Ой, блядь, атака! Атака. Пять, по-моему, была пятерка. Возможно, у тебя заходите, же в руке. Заходите, по-моему, заходите, была пятерка МП. Пять, четыре, точно четыре. Блядь. Дверь открылась, по-моему, наша. Нет. Что-то мне такое ощущение, что это демон опять. Женя закрыл. Нет. А странно, что атака и свет не вырубился, да? Смотри, четыре, вот я брошу, смотри. Вот. Она видишь, за мной ползет. Смотри, сколько. Все, мне хана. Пятерка. Блин, жалко, у меня ничего нету. Четыре, не пятерка. Все, да, меня убили. Блин. Слушай, это любительский уровень. Офигеть, средний уровень, средний. Это средний, да, вас уже двоих да, опнуло, да, блядь. Да. Это девочка маленькая, зубастая. Смотрите, ревенант будет передвигаться быстрее, преследуя свою жертву. Вот, это ревенант, значит. Ревенант. А что-то какой-то странный. То он не активничает, то он активничает. Что за ерундистика? Хорошо, погнали тогда в машину ревенанта поставим. Давай. Да, меня сфоткайте, заберите там что-то. Кстати, ну да, сфоткайте, брать. У меня фотоаппарат валяется рядом со мной здесь. Вот смотрите, на выходе, перед выходом. А где ты умер-то? Перед выходом, где флажочки вот на входе. А, ну, в этой самой, в спортзале? Да, возле спортзала, напротив дверцы прям. Где ящички на входе? Сейчас а нету тела, тут нету никого. Не, дальше идите, не здесь, я вас не вижу, вас здесь нет даже. На выходе, где выход из школы, вот где флажки висят. А там она тебя убила, да, побежала, значит, ревенант. Это ревенант, она бежала сквозь весь зал стендап. Фига. Так ты в спортзале был? Из спортзала я вышел, и она меня убила на входе в школу, ну то есть вот здесь уже. Фига. Вы выходите к флажкам. Я думаю, атаки очень быстрые, частые. Слишком, на профессионале такого не было. Ну да. Какая женщина, а? Девочка, то есть. Ах, какая женщина. О, песни пошли. Я вспомнил просто тебя. Женя, ты нас встрел, скажи, где нам? Помянул. Ну, выходите к флажкам на выход. Правильно? Да мы не знаем, где тут какие флажки. Ну, вот прямо идите, прямо идите. Прямо. Еще нет, не туда. Вот налево. Флажки. А, вот мое тело. Вон Женя. Фотоаппарат. Бля! О, атака! Даже вот. Вот сюда ныряйте, мной, в спортзал ныряйте. Быстро, а, или сюда. Нет, не успеешь, за мной. Не успеешь. В кладовку сюда. Ныряйте. Сейчас заходи, кого-то кокнут, точно. Я, конечно, прослежу. Закрой же. Все. Вам говорить или не говорить, кто где есть? Не надо. Хорошо. Блядь, туда не надо. И ты нажми. Выруби лучше свет. Сядь. Я смотрю по звукам. Тишина. А я МП слышу до сих пор, кстати. Ничего себе. А, оно же... А, это фонарь мой мигает. Мне кажется, фонарь никак не влияет на это дело. Нет, я имею в виду, что он мигает, лежит и мигает. То есть атака где-то есть, но ее здесь нет. Скорее всего. Я вижу, кстати, мне раньше говорили, что я не вижу напарников фонарь мигающий, я вижу. Есть такой, да. Я не вижу ее. У тебя фонарь не мигает. Включи фонарь. Я же выключила. У фонаря у тебя все, мигал. Все, уходим. Все, сфоткайте, вот валяюсь. Нет, я не успел. Вот же, фотик лежит, вот, фотик прям на проеме. Открывай. У проема Женя? Фотик, рация, да. А, все. Ну все. Все, уходим. Дойдем до выхода? Да. Надеюсь. То она как-то очень, там просто негде прятаться уже будет. И все-таки это вы думаете, что ревенант, да? Ну это не дух. Странно. Она в радио не отвечала. Нет. А мы не успели попробовать даже. Как? Он общался же, почему? Он там что-то, да, плясал, в итоге ничего не получилось. Классно. Слушай, это быстро, вообще да? Жесть. Если это ревенант такой интересный. Агрессивная. Воу, да, атаки. Так у нас. Ой, слушай, все выполнили. Барбара Мартинес. Рассудки, подожди, хорошо. Надо выставить. Так, ревенант есть. Записи. Что у нас еще было? Записи. Олег, что там было? Записи. МП точно было? А запись, отпечатки... Отпечатки были же? Да, отпечатки точно были. Мертвое тело, вот, кстати, есть. Вот пометил мертвое тело. Записи и МП, что ли? Что? Это ревенант, да? Точно. А огонька нету случаем? Не было. Я смотрела все камеры, я не видела. А его не должно быть. По тем датчикам. Все, поехали. А, ну все. Я поставил ревенант. Ну попробуй. Может, да, может не угадали. О, слушай, все у нас все улики сработали. И кость, и призрак, и все что угодно. Вот будет смешно, если этот дух. Ха-ха-ха. Дух-пердух. Нет, слишком агрессивный. Дух не такой агрессивный. Ну, ты же помнишь, что духи не такие агрессивные. А я не знаю. Ревенант! О, круто! 242 бача дали. Офигеть. Потому что это у нас сложность средняя. Ништячело. Круто. Это было хорошо. Линда Тейлор. Опять Линда Тейлор? Не, почему опять? Не было. Не, Дашка, не опять, а снова. В очередной раз Линда Тейлор. Ну, да. Из 30 каток точно она была, или 40. Ты, конечно же, дай угадаю. Датчик взяла термометр и датчик, и этот, и МП. Даша, датчик движения, срочно. Да что же вы со своим датчиком, я достаюсь. Это психушка, да? Да, она средний. Как? Да она средний. Я так быстро залетела, что я даже не посмотрела, куда вообще идем.
Самая, самая противная локация. Молодец. От кого? Шутки вышли. Шутки взрослый юмор. А, ребят, 18 плюс ролик, я сразу предупреждаю. Да, 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 да. Как она, Линда Тейлор? Линда Тейлор. Так, а можно я пойду с кем-нибудь? Потому что я не взяла термометр, я взяла блокнот и диктофон. Конечно, конечно. Как делимся? Как делимся? Наверное, мальчики, мальчики направо, девочки налево. Мальчики да, обычно пошли. Налево ходят, а, ну. Давайте так. В принципе. Так, хорошо. В итоге мы пошли налево, они пошли направо. Кто будет в стороны, непонятно. Давай, давай я попрошу ее какую-нибудь историю. Давай теперь ты попроси, да. С историями. Ну как так? Это же интересно. Давайте лучше Линду позовем. Да, Линду не надо звать пока. Две минуты еще есть. Дай нам знак. Психу в этом подвале. Она в туалет сразу. Ну, я у просто все двери открыл. Мы пытались покатать, и вот в соседней комнате был призрак. Мы пытались покатать шары. О, вода включилась, Олежек. Вода где-то включилась у ребят. Где-то здесь, смотри, где-то течет. Да, 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 есть. Где течет, давай искать. С той стороны, с той стороны. Вот здесь, мне кажется, смотри. Вот сортир, сортир женский. Дай нам знак. Во, в женском сортире 5 раковин, все да, горят. Сразу, а, 3, 3, не 5. Что я вру? Есть водичка. Отлично, есть водичка. Отлично. Есть вода. А может, у нас здесь померить температуру? Сейчас температуру. Ой. Шестнашка тут нет. Ну, блин, не там. Девятнашка. А вы так где? Что, история где будет ты? Сегодня или нет? Да ты ж не спросил ее. Дай так нам знак. Говорите. А, класс. Вы галдите. Что, двери не открываются? Но самое, но смешное, что мы 8 градусов нашли аж в конце комнаты. То есть тут как-то сейчас оно очень странно определяется. Нету здесь ничего? А, тут были. Восемнашка. А что вы не по рации разговариваете? Призрак сейчас к вам придет. Мы по рации, Это не по рации, нет. Вы разговариваете с нормальными. А, это... Давай, Олег, спрашивай. 16. Зося, как насчет того, чтобы историю какую-нибудь рассказать? Веселую. Историю про что? Опять мы сюда пришли. Да про что призрака. Про призрака. Кстати, вы знаете, да, что обновление, после обновления призраки открывают двери и могут запросто вас цапать? Это интересная история. Очень веселая. К сожалению, да. Да, к сожалению, мы тоже. Было весело. Могут даже сцапать, если вы просто так сидите с закрытыми дверьми. Особенно если банка. Кстати, вот как меня убили. Вот да, вот расскажи. Так она должна рассказать демон. Историю, по идее, не Олег, как его убили. Да. Это не та история. На голове? Кто? На тюрлих? Демон нас наловил. На голове, мне слышится. Какой на голове? Я услышал на тюрлих вообще. Я бы думала, может быть, это где-то в подвале звук, нет? Потому что уж очень близко. Надо вниз спускаться, да. Жень, ты этот косяк положи. Еще рано. Воду она, кстати... Смоки навредили. Воду включила, три раковины, да. Да, а она не здесь, нет? Нет. Она должна быть рядом, ребят. Воду мы сфоткали. Кстати, уже. Мы сфоткали подождите, воду. Ребят, мне говорили, что если она включила воду, то значит комната где-то рядом. Главное, чтобы не ревенант. А тупой. Комната может быть рядом где-то, если воду включать. Там вроде она должна быть в радиусе комнаты. Тупой ревенант. Может, все-таки в сортире. Олежек, может, прогрелась уже. Мне показалось, что она тупая. А вот хожу, смотрю. Ну вот сортирелла, зайди, да. Шесть, да. Вот здесь все правильно. Я зажигаю говнецо свое. Все, давай. Попыхаю. Подожди, стой. Было я, 6, я попыхаю. Вот тут пятерка. Я вот. Пыхаю, все. Так а где вы его нашли? Так в сортире. А, в туалете? А, вот, да, заходили. Вы же ходили 6, с мадам. Да, а. Топает. Это я думал. Землю потрогала, как индейцы американцы. Двойка. Прикольно. Так, что-то надо было брать, что датчик движения, я пошел. Да, датчик движения. Так, камеру пойду возьму. А где выход? Воу! Бля! Она уже была здесь. Да. Аккуратно. Слушайте, а где выход? В кабинках не зашкирить. Кстати, можно здесь в туалете, мне кажется, спрятаться. В кабинках не ловит? Не ловит? А, я думаю, что если не мираж, то нет. Ну, не най, не най. Вроде бы в тюрьме не ловит, в этих самых камерах говорят. Что-то я тут заплутал, купец. Назад, Женя, назад. А, туда надо идти. Я тоже уже был, что тебе вокруг ходить-то? Так в призрак. Кто рыжий? Нет, я же пошел за датчиком движения, я рыжий. Ты черный. Дай нам знак, ты здесь? Спасибо. Надо пойти спасибо. За ним, а не мне. Я ничего такого плохого не говорю. А, он на рацию ответил. На рацию ответил. На рацию ответил. На рацию ответил. Хорошо. Хорошо. БД был, да БД. Что у нас есть в итоге? Слушайте, а камеру поставьте. Поставьте камеру. Я хочу пойти. Камеры ни у кого? У кого? За датчика. У кого-то камера есть обычная? Нет. Пойдем за камерой. Ничего. А куда идти-то? Слушайте, а где выход? Я запутался, честное слово. Налево, сюда, по-моему. Я там уже круг сделал, давайте вы теперь.
Смотри. Это мы здесь так, были с Олежкой? Так, это вы здесь, я тут с вами вышла. Да, мы тут все вышли. Слушай, по-моему, где-то... Я помню этот коридор. Так и... Вот все эти коридоры. Нам показалось, что довольно близко комната. Вот. Она здесь, она вот, здесь, вот здесь, выход. Вот... Выход. Она. А, вы там где-то рядышком? Здесь, а мы-то тут. Да о, вот комната. Близко. Да? Да, рядом, рядом. Вас, давай я встречу. Куда идти-то? Да. Женек, давай за мной, иди сюда. А, туда уже вот, теперь ребят, надо идти. Сейчас мы круг сделаем. Вот, вот, вот. Там ходит, вот ешь. А. Вот, смотри, это дверь в холл. А почему она закрыта? Вот, сам, иди, вернитесь обратно. Вот, там, мы где проходим вы здесь. Столовку. Смотри, мы пройдем тут. И? И выйдем мы куда? Там направо, и мы выход. Там стендап-холл, да? Ребята, я не знаю, где вы. Я вас пытаюсь встретить, я вас ну, не вижу. Ну мы же идем, ищемся. Сейчас идем, идем. Тут просто идем. Вернитесь в ту комнату, крыло. Там, вот, где вы... Я же сказал, а, вот, ресепшн, да. Понятно. Что вы рассказываете? Вот, я все вывел правильно. Лишь бы поржать, лишь бы поугарать. Даша ржать начала. Все моль. Так, какой датчик движения? Я вас встречала. Ты же чуть от смеха не устал, Сергей. Я не ржал вообще. Как те спортсмены из школы, да? Ага. Так, фотик, да, фотик надо взять точно. Фотик, это фотик. А рацию берем, чтобы общаться? Я ультрафиолет беру. Рацию уже записали. А, уже есть. Мало ли, захотите еще общение. Мне кажется, можно еще туда крест бросить, если у кого-то есть место. Нет, места. У меня есть, я возьму. Я просто не знаю, кто из них кто. Да, девушка в белом, это та. Нет, я про датчики говорю, не про Зосю. Кстати, как вам тюрьма? Нормально. Седабельно, да? Не знаю, не сидели. Такая себе. Сидели, слава богу, и не надо. Такая себе. Очень там как-то странно появился призрак. Мы один раз всю тюрьму оббегали, а так не появился как-то. Хорошо, сейчас появится. Спасибо. Как вам тюрьма? Нормально. Нормал дыс. На тебе, дур, тупой ревенант. Воу, да зачем дверь закрывать? А-а-а. Спасибо. Не страшно. Ну и ладно тогда. Понял, Женя, не страшно. Так, ребят, поняли, кто куда бежать будет? Покажи себя. Покажи. Покажи себя, покажи. Кто дверь закрыл? А кто дверь закрыл? Зачем? Кто закрыл? Я ничего не делал. Покажись. А кто дверь закрыл? А кто? Ну она же говорит ему покажись, он и закрывает. Здесь? Здесь, говорит? Yes. Он сказал yes. Да. Покажись. Аба ХСС. Покажись мне. Поет песенку, это девочка. Это маленькая девочка, фу. В что костюме Добби. Костюме оборванная Добби. Маленькая. Оборванная. Да, разорванная, сейчас скажу. Она в костюме Дебика, скорее. А куда вы все пошли, зачем? А чем мы поперлись-то в этот класс коррекции? Классная коррекция. Коррекция, коррекция. Вот у кого что болит, там и говорит. Ну, я услышал, ты сказал, класс коррекции. Я не сказал коррекции. Коррекция, коррекция. А, у меня стоит дома телефон. Это радует, Женя. Это радует, да, Женя. Я хочу тебя спросить, да? На хутор я бабочек ловил. И бабочек ловили, да? Ну, это что-то такое. Ах, уели злые волки, да? Уху! Нет, уху, ахуели. Дашка, не уху ели. По заданиям мы все выполнили. Все. Ну или уели. Пока не ясно, кто Линда, это. Линда, Линда. Ну, вроде не особо-то она агрится. Вряд ли это Линда. Будем надеяться. Так. Вряд ли это она, да? Она не особо агрится. Я хочу... Что я хочу? А я хочу отдать! По крышам бегать, голубь, бегать, да? Женька вроде нет. Свет там вырублен же. Да. Куда ты пошел? Вернись! Отпечатки смотреть я пошел, фигли. Углу от двери. Это кому сейчас говорят? Переставить надо. Дамочки, вы что к монитору-то прилипли? Лучше парочку. Можно поставить. Цибарочку? Перещелкивает. Смотрите, она перещелкивала камеры. Кто у нас перещелкивает камеры? Это Марка Шмарка. Марочка? Марка Шмарка. Марочка, Марочка. Марочка? Марочка. Это кто же, этот самый, Женя там? Я. Как Жень, там Женя? Камеру? А, есть огонек, аура. Смотри, призрачный. Аура есть, можно камеру не трогать. Ну, понятно, все. Полтергейст Джин Мара. А как я сюда так быстро пришел, вопрос? А. Жень, иногда есть такие вещи, значит, на которые нет ответов. Полтергейст, Джин. Значит, у нас, смотрите, либо ЭМП должен быть пятерка, либо температура ниже нуля,
либо отпечатки. А у кого ЭМП? У нас уже не было. Подскажите, ЭМП там валяется. ЭМП валяется в туалете. Значит, тут должен быть либо отпечатки, либо температура ниже нуля не было. Все врач, либо ЭМП. Так, да, да? Я знаю, я всем говорю, да. Всем говорю. Что-то либо ЭМП, либо. Даша, и это тоже сейчас в рации было. Да, я знаю, я всем говорю. Всем все говорит. Нет отпечатков. Атаки не было. Отпечатков нет. И атаки нет. Датчик звука сработал. Она нет. Датчик звука срабатывает. Ну, у нас посуда большая, поэтому атаки пока и нет. О, МП-3, троечка. МП орёт. Троечка. Хорошо, значит, что нам еще взять? Ты крест взял. Возьму этот мой любимый. А троечка хорошо, хорошо пятерочка, конечно. Ультрафиолет у меня есть. Зачем ты налево пошла, Даш? А так можно и так, и так. Это вообще-то можно, нет. Можно пройти, но это не можно Даш. Можно и так, тут симметрично. А водичка-то течет. Угу. Это, получается, ржавая вода была? Угу. Задолбала. Реально полтергейст. Полтергейст обратно обычно бросается. Нет отпечатков, да, ничего? Да нет пока. А нет, МП не пятерка случайно? Троечка. Блядь, вот она! Ёб твою мать! Тупая дура бежала! Бежала, я тоже видел. Вот сейчас я не успел, да, ее снять? Движуха была, я, конечно, еще отпечатки посмотрел. Чего двери-то закрываете? Я просто отпечатки на дверцы смотрел. Пять. Нет, ребят, 14. Там звук, я с этой тарелкой хожу. Так это мы что, топчемся? Ну, 14, по-моему, на призраков не бывает. Да. А на кого бывает? Девочка из туалета, действительно, вот справа появилась, как заходишь. Девочка из туалета. Плакса Миртл. Я видел тебя в кольце лета. Девочка из туалета. Девочка лета. Ну да. Вышла из туалета. Съела мою котлету. Я видел тебя в конце лета. Девочка из туалета. Прекрасно, прекрасно. Ты была со мною летом. Ну. Девочка из туалета. А МП у кого-то в руках, да? Да, конечно. МП вроде валяется, жми на полу должен быть. У меня. Что-то не вижу. У меня в руках. Так брось его на пол, что ты с ним ходишь? Ну, потому что не везде реагирует точно. Где-то один, где-то три светит. Ну, то есть два, давайте три. Давайте я еще там, один принесу. Там и бросай. Ну, вот здесь светило вот тут. Топчется. Вот один пока. Покажи себя. Значит, либо МП, либо отпечатки. Она была здесь, вот тут возле кабинки. Да-да-да, вот здесь появляется. Появилась, вот, в серединке прям. Что это было? Хороший вопрос. Покажи себя. Да. Был звук. Хотите ее побесить? Как ее звать там? Тейлор? Линда Тейлор. А, Линда Тейлор. О, запищала. Линда Тейлор. Сколько, пятерка? А может она одному отвечает, вы не смотрите? Наедине. Ой, она пищит. Бля, вон она стоит. Хана. Да нет, атаки, что ты закрываешь? Атаки же нет. Вот она, зацените на камере. Да. Смотри, какая сочная. Ну, в смысле, фотка. А, ты про фотку. Сочно. Закрылись, спрятал. Зато фотографии топовые. Фотки топ. Фотки топ. Да, фоточки топ. Она прям стояла. Так, она не атакует вообще. Девочка маленькая. Девочка, да, две фотографии есть. Можешь рассмотреть ее детально. Офигеть. Она вот... Так она возле мусорки появляется. Вот тут. Фотки просто топ. Залей скорее в ТикТок. Опять она двери закрывает. Она двери закрывает. И походу не по нраву то, что делаем мы. Ну логично. Кому понравилось? А хочешь в туалет сходить, а вы закрываете. А, вот так вот. А у кого МПшка? Киньте ее сюда. Олежа. Просто если начнет. 5 МП. О, пятерочка МП. Пятерка, да. Пятерочка выручает. Пятерка МП. Это джин. Я еще не поставила. В смысле джин? Там третьего улики нет. Есть. Призрачный огонек и радиоприемник. А, огонек, серьезно? Пятерка, пятерочка. О, это джинчик, джинни. Топово. I'm a genie in a bottle, baby. Come. О, ты Агилеру вспомнил. Куда вы пошли? Здесь можно пройти. Куда вы пошли в обход? Я же говорю, через вот эти металляхи можно пройти. Мы, Олежек, с тобой пошли не по тому пути. Да, что я срезала. Не по той проторенной дорожке. Ну что так руки пишем мы, а? Да я срезала, там элементарно срезать. Смотри, сейчас мы подходим, короче. И дверь закрывается. И вы смеетесь только, ладно? Хорошо. Обязательно смеяться именно надо или что? Обязательно усаться да надо. Слушайте, а атаки, ни одной атаки не было? Нет. На профессионале? Это же средний. Нет, это средний. Это любитель. Скромный. Ни одной атаки не было. Может быть, локация просто огромная.
Но она появилась. Сначала просто силуэт черный, потом да. сама появилась. Да, и рассудок у нас совсем большой. Странный какой-то. Вообще странно, да. Похож. Давай, отмечаю, поехали отсюда. А, ставим Джина. Это Джинник. Ставим Джина. Неловкое положение поставьте. В позу страуса. Заводи, Женек, Шармань. Поехали. А можно успеть выбежать, нет? Да. По-моему, это самая профессиональная из всех профессиональных каток, которая у нас была. Не, у нас были за 5 минут. Все выжили. 4 минуты было. Все справили. Нет, я имею в виду, что все выжили, атаки не было, и мы нашли призрака. И даже сфоткали ее. Джин, 190 бачей. Супер. Кость не нашли. Не, можно было походить по всем этим кабинетам. Там, по-моему, их штук 10, 20, 30, 40. Все, это последнее. Прощаться? Пока. До свидания. До свидания.